Всем привет! Сегодня я решила вам показать мой рюкзак. Что ж, давайте посмотрим на него. Он вот такой. С ним я хожу в школу, и я очень довольна им. Давайте откроем мой рюкзак и посмотрим, что же там. Первое, что нам надо в школе, это, конечно же, и что нам выдают первым делом, это учебники. Вот мои учебники. Это не все, но все-таки я решила вам показать только три. Это чтение, математика и литература. Также у меня есть тетрадки. Тетрадок у меня тоже много. Очень много. Вот мои тетрадочки. Я тоже ими довольна. Всегда. Всю жизнь. А. Также у меня есть мой дневник. Потому что в дневнике надо записывать домашку. Всегда. Потом у меня есть альбом. Вот такой альбом. Он новый. И я обожаю рисовать, поэтому мне необходима эта вещь. Потом у нас идет, конечно же, у нас идет пенал. Вы что, без пенала жить невозможно. Вот такой пеналчик. Пенальчик. Он легко открывается. И давайте посмотрим, что же там. А там у нас находится точилка. Вот такая простая точилка. Стирачка. Конечно же, карандаши. Три пары нецветных карандашей, обычных, простых. Линейка. Как же без линейки на математике-то? Зеленая ручка. Пригодится. Гелевая черная ручка и обычная ручка. Синяя обычная ручка. И что же у нас осталось? У нас осталось ничего. У нас осталось совсем ничего. Та-дам! Конечно же, я шучу. У нас осталось много карандашей. Всегда обожала карандаши. У меня есть всех цветов радуги и даже не цветов радуги. Например, черный это не цвет радуги, поэтому вот такие дела. Давайте же сложим все обратно. Положим, сложим все обратно. Вот так. После этого идет вода. Воду надо пить всегда, иначе будет очень плохо. Всегда надо пить воду. Потом у нас идет баночка. Вы спросите, а зачем тебе баночка? Я ее сама делала. И в нее я ложу орешки или что-то такое. Например, можно даже изюм положить. Будет очень вкусно. Или порезать колбаску тоже положить сюда. Будет очень вкусно. Я вам советую такое сделать. Вот. Очень полезная вещь. Потом у меня идет гигиеническая помада, потому что мои губы на холоде стают рыхлыми. И это вообще неприятно. Ну вот и все, мой рюкзак опустотел. Вот он, полностью пустой. Пустой. И дальше мне в рюкзаке всего достаточно. Но в следующем году я хочу новый рюкзак, на котором будет рисунок космоса.